К новостям спорта. Представители руководства республики посетили учебно-тренировочный сбор дагестанских вольников. В пригороде Махачкалы на новой базе борцы готовятся к началу олимпийского сезона. О чем говорили политики и спортсмены, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Первым стартом сезона для борцов станет гран-при Иван Ярыгин. До начала международного турнира в Красноярске остается уже меньше недели. Подготовка команды вышла на финишную прямую. Все нагрузки уже идут на спад. Этому году наша команда чуть по-другому настроена, очень сильно настроена, так как олимпийский год. И все хотят себя показать. И вот кто хочет на Олимпиаду попасть, я думаю, должен тот уже сейчас Ярыгинского начинать, чтобы Ярыгинский играл в Европе, чтобы рассматривали его. Медальный план не ставим, мы просто тем больше, тем лучше, вот так стараемся зарабатывать. Добиться максимального представительства в олимпийской команде – такое пожелание борцам выразили гости, посетившие одну из заключительных тренировок. В беседе члены правительства подчеркнули, что золотых медалей от вольников ждет огромная армия болельщиков. Я абсолютно уверен, что мы победим, потому что уровень физической подготовки и духовной подготовки вы сильнее многих. Но второе я хочу пожелать, чтобы независимо от того, что будет на коврах схватки, наши болельщики вели себя всегда достойно. Ребята, где вы находились, будьте правильным, воспитанным, красивым. Вы представляете лицо народа в нашей республике, лицо нашей страны, где бы вы ни находились. Ваше поведение – это наше общее богатство, дагестанское, российское. Счастливого вам пути! Команда, в свою очередь, постарается оправдать возложенные на нее надежды. За внимание и поддержку гостей поблагодарили Абдулрашид Садулаев и Сажид Сажидов. И у нас команда в основном очень такая молодая. Если лет 5 назад я в этой команде был один из самых молодых, сегодня, можно сказать, я один из ветеранов здесь. Поэтому молодежь растет, молодежь наступает на ноги. И я думаю, что каждый из них может стать лидером в своем месте нашей страны и на чемпионате мира и Европы. В Красноярск поедет 35 дагестанских борцов. От этого турнира освобождены три действующих чемпиона мира – Абдулрашид Садулаев, Гаджимурад Рашидов и Завур Угуев. Спортсмены, возможно, без отбора выступят на чемпионате Европы в Италии. По словам Сажида Сажидова, лидеров должна будет подстраховать молодежь. Будем надеяться, что какие-то молодые, вот что мне всегда нравится и говорю, подчеркиваю, это какой-то молодой парень какой-то появился, ворвался в команду с горящими глазами, которые вот, как говорится, поезд на уходит, там, да, олимпийская команда уезжает, а он в конце подпрыгнул, запрыгнул, зацепился за последний вагон. Да, вот таких ребят, появление таких ребят, мы на это надеемся. Да? Турнир в Красноярске пройдет с 23 по 26 января. В столицу Сибири вольники отправятся 21 числа транзитом через Москву. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.